четверг. В Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Днем плюс 4, плюс 6, ночью плюс 1, плюс 3 градуса. Северо-западный ветер 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо и дождь. В дневное время плюс 5, ночью 3 с плюсом. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, пройдет дождь, днем плюс 4, ночью плюс 2, северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 4, ночью плюс 2 градуса, северо-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 78%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.